Привет, друзья! В этом видео я хочу вам рассказать, что принесло нам новое обновление. Масло масляное. Прежде всего, это принесло новый уровень, новый остров, который стоит 150 миллионов, и еще много денег обойдется для того, чтобы очистить его от предметов, которые он находится. Также появились новые драконы. В основном редкие, легендарные, эпические. Что-то мне сейчас не посмотреть. Ну ладно, это вы увидите в процессе игры. И добавился режим колдовской лиги. Здесь вы можете заколдовать своих драконов, сражаться и ставить драконов в защиту. Ну, давайте откроем подарочный сундук. Для этого вам придется посмотреть ролик. Сейчас я после этого нажму паузу и потом вырежу. Ну вот мы получили колдовские материалы, которые будут пригодятся для того, чтобы зачаровать наших драконов. Что мы дальше можем сделать? Это мы можем провести сражение в лиге. Соответственно, пробуем выбрать другого противника. Ну вот, примерно так вот. Это место, где происходит сражение. И здесь вам нужно выбрать соперника. Бой происходит автоматически, без вашего участия. Ну, это немножко странно. Ну, давайте посмотрим. Первое. Здесь получили заколдованные брелки. Ну, следующий опять 30 уровня дракон. Нападаем? Или нет, давайте другим. Пока у него еще есть здоровье. Опять прошли. Получили еще одни брелки. Ого, мой любимый, мой хороший. Нападаем. Я пока не накопил достаточно колдовских материалов, поэтому у меня заколдованы только два дракона, соответственно, только они могут участвовать. Соответственно, мы победили. Иван, сожалею, что я победил тебя сильными драконами. Если ты это видел, ставь лайк, подписывайся, чтобы не пропустить другие бои с твоим участием. Вот наш номер, колдовские материалы. Ну что ж, победа. Это нам дает очки. И, соответственно, можно посмотреть всю историю. 36 уровень. Но это более сложный уровень. Давайте попробуем. Ах, не могу. Не могу, потому что я использовал драконов, и это нужно. Для этого нужно время. Поэтому это в другой раз. Защитники. Защитники вы расставляете для того, чтобы те, кто на вас нападает, точно так же не могли пройти до главного приза. Ну, соответственно, рассчитывайте так, чтобы вы могли победить возможного противника. Здесь можно посмотреть ваш рейтинг соперников, которые вы можете играть. Друзья ваши, участвующие. Слияние. Слияние служит для того, чтобы из различных колдовских материалов получать более высокого качества. Соответственно, вам нужно набрать эти материалы, чтобы произвести слияние. У меня сейчас тут не хватает, похоже, что не хватает нигде материала для слияния. Тогда я вам показал, как это происходит. После того, как вы наберете нужное количество материалов, вы можете зачаровать вашего дракона. Для этого понадобится, соответственно, материалы нужного качества и деньги.
Давайте смотрим, здесь у нас недостаточно. Здесь недостаточно. Где у нас? Здесь недостаточно. Кого мы можем еще зачаровать? Ну, собственно, никого. Материалов, я говорю, у меня мало, поэтому я вам не покажу. Как-нибудь в другой раз. И, соответственно, история боев можно посмотреть. Вот я победил кого-то, кто-то на меня напал. Это происходит без моего участия. Драконы достаточно слабые, я еще не накопил на самых мощных драконов. И игра не так долго, всего лишь какие-то 3 месяца. И сегодня утром я получил дракона фараона, и он у меня, соответственно, вылупляется, высиживается в гнезде. Через сутки появится. Также я пытался сегодня вывести дракона недели, скращиваю метеоры и броню, но пока ничего не выходит. Всякие саламандры, войны и прочая зелень выходит. Ну что еще могу вам показать? Академия, мне 6 уровня, это обязательно. Древний портал. Древний портал я прокачал на максимальный уровень, чтобы у меня было максимальное количество энергии для того, чтобы в бою я мог взять драконов, эльфов, своих друзей и пройти какие-то сложные уровни. Ну, в общем, вот это мои острова. Что здесь еще могу показать? Вроде ничего интересного. У вас, наверное, такие же острова, такие же драконы. Смотрите, прошло немного времени после того, как я очистил уже наверняка. Мне что-нибудь подарили. Так точно. Подарили. Помогаем. Невнимательные люди дарят энергию, внимательные дарят еду. Энергия мне сейчас не нужна. Вот сколько я забрал. Друзья, если вы себя увидели, свое имя, свою аватарку на этом видео, подписывайтесь, ставьте лайк, чтобы видеть очередное видео с вами. И потом всем рассказывать: мама, я попал в телевизор. А на этом у меня все. Спасибо, что досмотрели до конца. Подписывайтесь, ставьте лайк. Очень рад видеть вас снова на своем канале. Пока-пока.